Всем привет, дорогие друзья, с вами Дарит, и добро пожаловать в игрушку «Город мертвых». Мы с вами проведем небольшой донат на эту игрушку. Получим 120 Стармани и уникальное оружие всего за 3 голоса. Давайте это сделаем. Вот я думаю, вам понравится, не забывайте ставить пальцы вверх, ребят. Чем больше пальцев вверх, тем больше доната, тем больше интересных серий, как всегда. Вот, и будет круто. Я буду оставаться с вами, буду много чего интересного снимать. Только вы моя поддержка, ребят, и вы самые лучшие, вы самые крутые. Так что такое... Отправить консервы? Ну ладно. Что у нас вообще тут есть? Давайте посмотрим. Так, Стармани. Коллекция. Ладно, коллекция нам не так важна. Рейтинг. Слот машина. Интересно. Что, могу крутануть? У меня осталось 201 монетка. Все линии. Почти семерка выпала, нифига себе. Это бесплатная игра, осталось 5 минут. Можно за Стармани крутить. А, вон написано, что можно выиграть. Может 10 тысяч. Выиграть 5 тысяч. За 3 зуба 15 Стармани. Опыт можно. Давайте покрутим немножко, почему бы нет. Так, круто. Энергетик. Энергетик выиграли. Блистательно. Отлично. А, линия, как линии с вами увеличивать? Аптечку я взял, да? Крутяк. Фотографии, клан. Мой отряд. Можно разбудить. Давайте разбудим. Я надеюсь, они не обидятся. Так, спасение, надо кого-то спасти. Или мне никогда не удавалось раньше побродить по этой части города. Оказывается, здесь полно возможностей для того, чтобы встать на ноги и помочь человеку взять хоть эту прачечную. Поверь, возможности смыть с себя грязь и кровь немало стоит в нынешнее время. Давайте идем на карту. Так, куда мне дойти? А, вот я иду. Отлично. Сюда, я так понимаю, да? Собираем награду. Ух ты, нифига себе, какой силач. Мартин, все хуже, чем могло быть. Вирус работал Шон. Он искал лекарства для больной бабушки. А что хуже всего, он не знает, как бороться с последствиями вируса. Шон просит тебя достать образец вируса. Он говорит, что порошок есть у шефа-повара. Сходи, забери и принеси его нам. Можно пропустить задание. Давайте перейдем. Ух ты, шеф-повар. А первый 15 уровень. Фактически первый зараженный специалист по отбивным. Здоровье 1200, урон 45. Давайте нападем в бой. Можно кого-нибудь пригласить? И что, они реально пойдут? У меня 290 здоровья. Слишком мало. Соклановцы, позвать всех. Приглашения отправлены. Что такое? Давайте примем все, что у нас тут есть. Я не очень хорошо разбираюсь в этой игрушке. Короче, давайте уже нападать, не будем ждать никого. Отлично, блок. У меня есть аптечка, у меня есть... Так, это лечит здоровье. Гранатка есть. Нифига себе, неплохо. А где моя бензопила, кстати? У меня же была бензопила, как мне ее взять? Ладно, давайте еще гранатку. У него немножко осталось. Еще два разок. Вот. Я думаю, мы с ним справимся. Все, победили. И награду забираем всю. Можно рассказать друзьям. Это моя награда. То есть я в любом случае получу.
Забираем награду. Шон, привет, меня зовут Шон. Мне стыдно признаться в этом, но в случившейся вине... И в случившемся виноват я. Теперь к делу по добытому тобой образцу. Я изучил вирус. Теперь мне нужен язык моей бабушки, чтобы понять, как происходит заражение. Принеси мне его. А здоровье 1200 тоже. Пока не будем нападать. Тут много кстати, заданий и очень интересных. Купить крутую тачку. А сколько она стоит? И как я ее получу? А, магазин есть. Ну-ка. А, нифига себе, топорик. Сколько ты уронишь? Судья, 900 уронишь. Это всего лишь 5. В тайное братство нужно вступить. Стань настоящим защитником города мертвых. Вступи в тайное братство, получи крутые бонусы. На месяц 200 голосов, на неделю 500. На один день можно 10 голосов взять, нет. Пока что не будем. В смысле? Ты шутишь? Это действительно мой топор? Я теперь крутой чел? Зачем мне бензопила? Сколько бензопила? У него 10 всего лишь. Урон, но можно улучшать. У тебя 5, у тебя 10, а у тебя 900! Зачем вообще улучшать этот топор? Это мега круто. Я думаю, стоит хотя бы немножко как-то одеться. Давайте хотя бы тебя пока что. Вот, отлично. Ты что нам даешь? Защиту 1. Защита 1. Так, это оружие. 4-4. Разблокировать только это можно. У меня уже есть этот предмет. Плюс 1 к прочности еще, да? Но этого мало. Плюс 2 к прочности. Плюс 4, неплохой. Костюмчик, давайте разблокируем. И приобретем, вот. Так лучше. А, это тоже все заблокировано. Так, за 1000 хотя бы тебя взять. Плюс 1 нам даст. Давайте тебя возьмем. Я не знаю, может, бутсы какие-нибудь крутые. Плюс 2 к прочности. Плюс 1. Ладно, давайте тебя возьмем, такие кеды. Можно улучшать оружие. У меня нет осколков для улучшения. Давайте разблокируем бронежилет. Я хочу посмотреть, что вообще тут есть. За 2000 купить какой-нибудь. За банки можно взять. 175 банок. Ладно, давайте хотя бы такой бронежилет возьмем. Еще какие-то таланты тут есть. Роботы. Таланты с 20 уровня. Роботы. У меня пока что тут. Шанс блока 25%. Мощность блока 66%. Можно более крутое что-то покупать. Какие-то модули тут ставить. Но я, честно говоря, не знаю. Тут это как делается вообще? Автомастерская про машину. Тут можно машину тюнинговать. Расходники. Одна штука. Давайте возьмем немножко расходников. А, гранатки. Да, гранатки надо купить. Гранки, они крутые. Коктейль молотова с 10 уровня. А разблокировать нельзя сразу? С 10 уровня. Энергетик. Можно от друзей получать. Тебя бы, конечно, я взял. Нифига себе. Ладно, хватит. Соберем награду.
Нифига себе, у меня 9 уровень уже сразу. Новое задание. Ты заметил, что убивая кадавров, можно найти уникальные вещи. Они нужны, чтобы улучшать свой бизнес. Открыть бизнес? А какой мне сейчас надо бизнес открывать? Нет, у меня было задание тут какое-то. Глаз от... до отказа? Нет, 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 не то. Вот, да, вот тебя хотела взять. Я думаю, мы сейчас должны легко ее победить. Попробуем. С таким-то топором, я думаю, блин, мы сейчас всех вынесем. Отлично. Забираем монетки. Ага, наша награда. Заберем. Так, ну продолжим. Мартин, Шон прислал тебе ко мне. Отлично. Барон мафии, начальник Шона, взял образец вируса и его формулу, понимаешь? Это может обернуться трагедией. Я узнал, где он живет. Поезжай туда. Может, ты сможешь все исправить? Хорошо, давайте. В бой. Ну, это слишком легко же будет. Мой крутой топор. Был бы у меня всегда, я думал, он скоро закончится. С таким топором мне нужны боссы. Реально против боссов надо и ходить. Так, идем дальше. Давайте всех уже зарубим. Сколько у них процентов, я даже не знаю, но я их всех с первого раза делаю. Что тут нужно сделать конкретно? Все подряд, вот, смотрите, я еще одну вижу. Крутой, конечно, у него топор. Так, сейчас все разблокируем. Что у нас еще осталось? Давайте там поищем. Конкретно задание я не знаю, что мне надо делать. Вот ништяк. 40, нифига себе. Кого? Издеваетесь? Люцифера? Обалдеть. С этим прилетом ты сможешь сокрушить любого врага. Новые предметы мне, видимо, доступны стали. Заберем награду. Мне нужен босс. Причем такой серьезный босс. Где мне на них напасть? Так, нет, не, я не это хочу. Больше прибыли. Улучшим. О, на бабушку. Давайте нападем на бабушку. Вот это мне нравится. Хочу более сильного главаря кого-нибудь напасть. Это уже слишком слабенько для меня. Так, ладно. Новый бой. Сколько раз мне надо ее победить? Госпожа. Сейчас справимся с ней. Отлично. Куча опыта. А, вступить. Отлично. Добили. Покупка за 500 крышек. Нет, а активных боев можно обновить. Просто сил кому-то можешь помочь. Сколько у меня топор, когда он пропадет, интересно. Ну, предметы доступны. 35. Нафиг, если у меня такой есть топор. Я не хочу его. У меня там что-то другое. Отлично. Такая вот система прокачки.
Сколько я еще раз могу напасть? Энергии у меня, в принципе, еще много. Так можно легко раскачаться. А, поздравляю, тебе доступны новые предметы. Я не знаю, это баг или не баг, но смотрите. А с топором можно реально раскачаться. Новый уровень, 11. Кстати. Не, мне нужен посерьезнее противник уже. Большой бизнес. Гильотина какая-то. Давайте перейдем. Не ломается. И насколько мне дали эту судью? Можно улучшать, но смысла нету. Она пока что и так рулит. Так, а по сюжетной линии как? Ежедневное задание? Блин, где все вожаки-то? Кровопоход. Я хочу прям... О, огнеборец. Здоровье 6 тысяч, да. Огнеборец, 10-20 уровень. Силен и вынослив, работает с огоньком, охладит пыл любого горячего головы. Очень много можно... Разблокируется за победу. Очень много крутых вещей. Нападем. О, смотрите, какой страшный. Ну, иди сюда. Эй-эй-эй. Я не понял. А где мое оружие крутое? Вы издеваетесь? У меня было на мне крутое оружие. Где оно? Я его не смогу так победить. Пять штук за 25. Ну давайте возьмем. С помощью этого только смогу победить. И горение один ход. Давайте возьмем 5 штучек. Я думал, будет проще намного. Так, блок. Кошки, давайте гранатками хотя бы закидаем тебе. Я не этого, конечно, хотел. Еще один. Вот, отлично. А, с этими предметами ты сможешь сокрушить любого врага. 225 опыта мне дали. Фотографии, клан, мой отряд, рейтинг, машина. Ну-ка, где мой топор? Ну вот же, все, я получаю предмет, он у меня. Или мне дали его опробовать просто, а сейчас... Честно, не проканаю второй раз. Ну-ка, а ты кто такая? Здоровье 50 тысяч, блин. Хороший урон, в принципе, мы нападем потом на нее. 6 тысяч здоровья, где слабенькие были у меня? Сейчас посмотрим, ну-ка, вот этот, вот эти главаки. Я теперь понял. Ну-ка, давайте нападем. Что у меня будет? О, у меня, смотрите, все, пропал предмет. Сейчас будет не так-то уж просто победить их. Блин, так мне предмет этот понравился.
Ну, жалко, мы им не воспользовались. Так, отлично. Идем назад. Эх ты ж, блин. На один день можно взять. Плюс 100 дадут денюшек за 10 голосов. Если хотите, в следующий раз мы вступим в Тайное Братство и разгробим много-много всяких боссов крутых. Пока что возьмем бензопилу хотя бы. Все, я так понял, бензопилу я взял. Вот она у меня. Нифига себе, тут сколько предметов, да? Вообще можно таскать. С бензопилой. Давайте с бензопилой походим. Здесь автомастерская. Ну-ка, вот сейчас попробуем напасть. Как ты будешь с бензопилой? Давайте посмотрим. Вот. Мне нравится анимация звуков. Ну, не анимация звука, а озвучка вообще. 308. С тобой мы легко справимся. Давайте аптечку возьмем. Добьем таки ее. Нравится видео, не забывайте ставить палец вверх. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Будет много крутого еще. Чего? Давайте гранаткой взорвем ее. Все отлично. Ну что, давайте на этом закончим. Обязательно с вами продолжим играть в эту игрушку. Довольно-таки неплохая. Вот, если хотите, можно будет попробовать все-таки этот приобрести топор. Почему бы нет? Посмотрим. Возможно, чуть позже мы с вами все-таки купим этот топор на день, да? То есть нам надо будет поиграть какое-то время. Потому что обидно купить и потом не поиграть. Ух ты, нифига себе. А урон внушительный. Цена, конечно, бешеная. Тут нифига себе. Сколько урон. Можно разблокировать за старманию. Ребят, мне нужны подписчики только, и будет вам много-много чего интересного. Донаты на самые крутые игры. Вот, ладно, давайте все-таки пока что прервемся, на этом закончим. С вами был Дариди, не забывайте ставить ваши пальцы вверх, подписываться на канал, кто не подписан. И, в общем, всем, ребят, хорошего настроения, хорошего дня или вечера, или утра, я не знаю. В общем, всех вам благ, ребят. Пока-пока.